Всем привет! Продолжаем рубрику «Давай задумаемся». Это седьмой выпуск. Сегодня мы будем проходить карту под названием Atlas Complex от автора Guard Soul, если я не ошибаюсь. По-моему, такой у него ник был. Вот, значит, карта, ну, вернее, карта называется... А, тут уже... О, началось. Base Processing. То есть здесь кто-то вроде как... Этой вот перезвязка во всем. В первую очередь надо бы поэкономить патроны, поскольку у нас на первых порах тут с ними будет определенный дефицит. Так, замечательно. Собираем, собираем, все собираем. Как? Зараза такая. Здесь можно прыгать, то есть, ну, позволяется, скажем, чтобы добраться до некоторых секретов, поэтому я включил здесь прыжки, включил приседания. Если уже софтспорт позволяет, почему бы и нет. Так, берем аптечки. И уже теперь резвиться будем по-крупному. Так. Там я видел вон... скелета. Сейчас мы будем с пулемета валить. Давай, падай, падай, падай. Так, отлично. Вообще, по атмосфере этот ват чем-то напоминает сильно мне Doom 2016 года. То есть, да, здесь вот определенно есть какая-то... какие-то элементы именно Quake второго, но влияние Дума 2016 здесь все-таки прослеживается. По большей части потому, что здесь, ну, как бы, такие монстрятники, как бы, в отдельных помещениях, как мы видим. Так. Даже музыка такая, какая-то, я не знаю, этот... музыка типа какой-то такой эмбиент зловещий, тоже напоминающий чем-то новый Doom. Так, вот это еще подобрать. Мне бы сейчас рюкзак не помешал. Так, эти пролетят. А это уже не пролетит никак. Где от меня? Так, сейчас главное туда в блевоту в эту не свалиться. Хотя там вроде как есть тоже какой-то проход. Сейчас надо туда будет сходить. Я так думаю. Так, еще тут эти пьяницы. Сейчас все никак вам дома не сидится. Нет, же захватили целую базу космическую. Да сдохни ты уже. Так, я слышу черепков. Вон они. Еще оттуда меня гасят. Так, все, подыхаем, подыхаем, подыхаем. Ты как-то внезапно вылезли здесь. Так, ну долго я стоять тут буду. Блин, вот нету этих самых. А, есть. Что здесь с ними так можно, в принципе, справиться? Так, придется теперь доставать артиллерию свою. Ну,
ублюдок. Ну да ладно. Сейчас подлечимся. Ты зараза. Блин, прописал мне тут хук. Сейчас получишь. Ну хоть пар этот не отнимает. Хелси. Отличная аптечка. Еще одна. Все, идем дальше. О, отлично, тут кого-то разнесло. Лечимся. Давно я, конечно, в Doom не играл, что-то я его совсем забросил. Даже патроны оставили. Так, тут где-то нужно было достать сейчас двустволку. О боже, оно разговаривает. Да, ультравайленс здесь вполне такой, я сказал бы, умеренный даже. Надо бы мангубусов сейчас натравить на пинке, а точнее на спектров. Давай, пали, 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 пали. Ни один не попал. Блин, мне в ту коморку надо сейчас как-нибудь пролезть. Этих гардов. Так, хорошо. Эти ушли. Где жирная? Из-за угла выскочит, да? Так, хорошо. Теперь жирных будет валить проще. Кто тут рявкнул? Все, уже проигрался более-менее. Так, здесь что у нас? Здесь у нас вообще двери как бы не работают, а вот здесь вроде как... должно что-то быть, что-то оно только не открывается. Ну да ладно. Идем дальше. Не будем тут затремливаться. Вылетел тоже. Куда? Так, красная дверка. А ключа у нас нет. Не напугал все равно. А вот этого я уже заметил. Лучи. Да, мрачная тема. Тут уже и даже местами чем-то третий Doom напоминает. Хотя в третьем Думе все-таки мрачнее. Третий Doom я совсем не люблю, как раз таки из-за того, что он совсем не Doom, на мой взгляд. Так, это здесь, получается, открылось, и вон там открылось. Сейчас мы только вот здесь вот... Сдохни.
Нифига себе. Вот этих я точно не видел. Так, давай как-нибудь в одну кучку их всех. Сейчас эти, блин, рыцари выйдут. Их можно будет тогда вместе со всеми остальными гасить. Так, что-то тут где-то открылось сейчас. Так, и вот здесь вот еще я не смотрел, что в этой темноте тут. Да, там вон плазмопушка. Она бы нам очень пригодилась в данный момент. Правда, заряда тут кот написал, но тем не менее. Так, здесь не открывается, значит, все-таки идем сюда. Дальше здесь логотип UAC, но это уже новый логотип из третьего Дума. Опять же, не по канону. По канону это когда вот такой. Фига, у них еще глаза светятся в темноте. Классно. Все-таки с тенями тут хорошо поработали. Даже не с тенями, а с... Ну, это вот как раз-таки особенность Сорспорта такая тут есть. Что некоторые текстурки могут... Ну, точнее, не полностью быть затемнены, а какие-то детальки могут, допустим, светиться. Как, допустим, глаза или фаерболы отдельные, да? Так, сейчас пулеметчик лысый. Один, второй. Второму нужно добавки. Так, ракетница, замечательно. Теперь можно будет повеселиться по-взрывному. Я вот только не пойму, куда теперь нам идти. Там, по идее, должна быть какая-то лазейка. Вот. Да, классно. Вот это что, значит, называется использовать особенности порта по максимуму. Смотри, как у него глаз светится вообще. Зеленый такой, злой. Все, рухнулся. Помидорчик. Да, атмосферная тема, конечно. Это вот даже мне чем-то Half-Life напоминает. Опять же эти лазейки по вентиляции. Вот эти все. Так, а это выводит, получается, нас в начало. Это я там брал бензопилу. А это интересно, куда? Просто косим травку. Ничего особенного. О, вот это уже серьезная тема. Так, есть ключик. Но я что-то подозреваю, что тут не все так гладко. Сейчас либо бароны выскочат, либо еще кто-нибудь. Кибердемона тут нету, поэтому как бы волноваться нечего. Угу. Ну не бароны, так другие козлы слабее.
где второго? Второго завалили, все. Тогда... Это что у нас? Это не дверка, случайно? Да, это секретка. Так, waste processing. Ну, ВАД так и называется. Atlas, ну, Atlas Facility. Atlas Complex он называется, если смотреть там название ВАДа. Как раз таки waste processing. Я видел где-то красную дверку, но я что-то забыл, где она была. Сейчас я попробую ее найти. Там, по идее, должен быть уже выход. Собственно, такой уровень небольшой. Только лифт приходится ждать. По-моему, где-то здесь. Либо... Вот, по-моему, тут. Да. Вот, собственно, и все. Тут ничего нет? Нет. Вот, собственно, и прошли этот уровень, эту карту. По убийствам 100%. Ну, насчет секреток я не знаю. Тут, по идее, их еще там 3 штуки было, оставалось. Вот, поэтому я не все разгадал. Вот. Ладно, всем до скорого, всем пока.